Дорогие друзья, сегодня идем во всеми нами любимый магазин Uniqlo. Ну вот у нас здесь стоят плакаты о том, что нужно соблюдать дистанцию обязательно в вновь открывшихся торговых центрах. Ну, это, так сказать, реалии нашего времени. Надо соблюдать, будем соблюдать. Итак, Uniqlo. Стоит очередь, но небольшая. Двигалась она довольно быстро. Людей было достаточно немало, но в принципе ничего страшного. Я ожидала худшего. Вот у входа стоят такие, знаете, наклейки, где нужно стоять, чтобы не приближаться близко друг к другу. Вот я перехожу с одной наклейки на другую и, в общем, таким образом продвигаюсь ко входу. У входа все меряют температуру. Я когда это увидела, я как-то даже испугалась, ну, знаете, занервничала, так как перед экзаменом. Примерочные в Uniqlo, к сожалению, как и во многих других магазинах, закрыты. Это ужасно большое неудобство, но что делать? В Uniqlo, собственно, я хотела посмотреть новые тренды, что есть новенького, но новенького было на самом деле очень мало, в основном были сейлы. Ну, что тоже хорошо, сейлы мы любим, правда же, еще лучше даже. Вот эти кардиганы, мне они очень нравятся, я давно на них смотрю, в Uniqlo их все время продают, каждый сезон. Они в разных цветах, есть серый, такой голубой, потом черный, и еще, по-моему, были белые и бежевые. Они, вот белые, кстати, они очень удобные, они такие мягкие, с карманами, знаете, их можно накинуть, когда немножко прохладно, летом, или наоборот, даже, в принципе, можно носить и зимой. Вот это платье я, кстати, когда ходила в Uniqlo перед карантином, еще примеряла там новинки. Вот оно было в новинках, это платье, сжатое в такого ситца. Вот осталось оно черное и коричневое в точечку в такую. И оно, кстати, было на сейле сейчас за $20. Мне очень оно тогда понравилось, когда я его мерила. Кстати, примеряла я размер extra small. Оно довольно так большемерит. Вот тоже очень интересное платье. В такую тонкую полоску. Они были синюю полоску. Потом были однотонные бежевые. Они тоже сейчас на сейле за $20. И очень мне понравилось вот это вот джинсовое платье. Оно вообще за $13 сейчас было на сейле. На пуговицах такое платье-халат с поясом. Очень его можно много где применить. Я даже взяла его померить, но самый маленький размер остался medium. И в Uniqlo мне medium достаточно велик. Ну, я вообще в Uniqlo с размерами как-то никак не разберусь, потому что, в общем, юбки я покупаю medium, платье я могу купить extra small. В общем, не знаю, странные у них размеры. Видимо, зависит от моделей. Вот это платье я его примеряла, очень оно мне понравилось. Его можно носить как платье застегнутое, его можно носить как накидку такую вот наверх, поверх вашей одежды, как такой летний плащ. Но размер M все-таки мне был великоват, как-то уж очень. Я прям могла его намотать вокруг себя в три слоя, поэтому, да, жалко. Мне понравилось оно, я бы хотела его купить. Платье толстовки тоже по $13. Очень удобный вариант одежды для дома, по-моему, на мой взгляд. И тоже в разных цветах. Защитные, розовые, потом серые были. В общем, тоже хотела бы я подумать над этим вариантом домашней одежды. Было, кстати, много обуви за $30. Сейчас мюли, шлепанцы, не знаю, как вы их лучше хотите назвать. Приятных цветов, такого оранжевого, защитного, серого. И вот тоже такие платья за $20 на сейле. Это как такая длинная просто футболка трикотажная, 100% хлопок. Тоже очень удобно для дома. Летом, по-моему, хороший вариант. Вот такие же тоже без рукавов. И разных тоже цветов ярких. Ну, тренд сезона эти вот сандали, которые очень напоминают такие детские сандали из нашего прошлого. Не знаю, мне лично это не нравится, но есть люди, которым нравится, на здоровье, что называется. Не могла я пройти мимо, конечно, такого яркого, красивого красного платья. Они еще были в синих цветах и в защитном цвете, в бежевом. Эти вот тоже платья такие, как типа крепдышиновые, есть цветочек, есть однотонные, мне они не очень нравятся, они как-то не в стиле Uniqlo, и как-то они сделаны, не знаю, как-то не очень они сидят хорошо, не нравятся мне эти платья. В общем, теперь вот этот комбинезон коллаборации с Marimekko, они тоже сейчас на сейле, вот эта расцветка геометрическая такая. Вернулась я к этому платью, все-таки не могла я пройти мимо спокойно. Цвет такой, что мне, конечно, это очень понравилось.
Кроме всего прочего, оно довольно красиво так лежит по фигуре. Вот вроде бы простое, ничего в нем нету, но как-то вот такими фалдами оно не спадало от груди. В общем, понравилось оно мне. Еще я обратила внимание на платье. Это коллаборация с американским дизайнером Анна Сюэ. Ей 55 лет, она живет в Детройте, по-моему, штат Мичиган. Достаточно известный дизайнер в Америке. Она отличается многоцветием, разнообразием. Есть у нее косметика, есть у нее обувь. И вот такие вот платья, которые были созданы Uniqlo в коллаборации с ней. Они такие очень этнические, очень бохо-стиль. Были они в трех цветах. Вот то вот серое, потом вот это синее и еще одно... Видите, вот такого цвета малинового, я бы сказала, тоже они все такое в одном стиле. Они были за $40, до сейла они стоили 60. Ну, в общем, на любителя, но кто любит такой стиль, по-моему, они достаточно красивые. Ну, мне понравилось, я бы тоже, наверное, надела такое платье, но просто $40, как бы за него мне дороговато было. Вот эти платья за пахом, я тоже его примеряла, когда я ходила на примерки перед карантином. Оно достаточно как-то странно, не очень красиво сидит, не советую. А вот это вот, по-моему, из новой коллекции, это 100% льняные вещи. Выглядит это платье, ну, как-то странно, я бы сказала, напоминает немножко какую-то рабочую одежду медсестры. Вот единственное, что вот это желтое, оно такое, цвет такой, знаете, интенсивный. А вот эти платья намного больше мне нравятся, они такие по фигуре, приталенные, с поясом, можно подчеркнуть талию. Стоят они $50, потому что сделаны они из 100% льна, что, конечно, очень хорошо. Ну, вот этот фасон конкретно с рукавами, таким мешочком, как-то мне так оно не очень... И вот это тоже платье, ну, такое, знаете, больше, по-моему, подходит для домашнего гардероба, напоминает ночную рубашку. Ну, за $13, в принципе, можно и для дома купить его. Вот тоже платье, такие как вафельное полотенце, знаете, такую структуру, такая в клеточку, выделка. Тоже нескольких цветов они были, и, в общем, тоже как-то домашнюю одежду напоминали мне. Вот эти плащи, тоже я его примеряла тогда, когда была в первый раз в Uniqlo. Они стоили $60, сейчас они стоят 30 на сейле. Они мне очень-очень нравятся. Это тоже 100% хлопок. Летний плащ, такой пыльник. Они вот синие, в полоску, бежевый, защитный. Больше всего мне понравился бежевый и в полоску. А вот эти, кстати, очень симпатичные, как сказать, топы. Да? Они сейчас по $20, а стоили 30. Удобство заключается в том, что в них встроенный бюстгальтер, то есть, в принципе, можно не надевать бюстгальтер. И я хотела купить вот этот вот такого зеленого цвета, немножко морской волны, но не было моего размера. Самый большой был размер small, и все-таки я думаю, что он бы мне был маловат. Я решила примерить этот плащ, хотя я его уже примеряла, но решила померить еще раз, уж больно мне хотелось его купить. Я померила размер small, вот в этом цвете бежевом. Он очень хорошо сидит, очень легкий такой, знаете, натуральная ткань. Его можно завязать, застегнуть, его можно носить, так скажем, нараспашку летом. Очень мне понравился этот плащ, но как бы мне не нужно. У меня достаточно есть несколько этих летних пальто. Обычно летом у нас довольно жарко, то есть как бы носить его особенно некуда, а осенью сразу становится очень холодно, и в принципе вот сезона для таких вещей практически нету. У меня уже есть парочка таких пальто, поэтому я как бы не взяла его просто потому, что ну, мне не нужно. Я померила еще экстра смол, вот этот синий в полоску. Он не синий, он такой немножко как джинсовый, в такую тонкую полосочку. Экстра смол тоже мне хорош. То есть вот с размерами я даже могла бы экстра смол взять, в принципе. А, ну, как бы не купила я ни один цвет, ни другой, хотя очень мне хотелось. А, но если, девочки, вам нужно, и у вас там, где вы живете, есть сезон для таких вещей, то очень-очень рекомендую. Они действительно очень удобные, практичные, красиво смотрятся. А вот что я все-таки да купила, потому что я, конечно, что-то купила, не могла я уйти с пустыми руками, я вам покажу в моем следующем видео.
Много было вот таких вот блузок, хлопчат бумажных, таких, знаете, собранных сверху на резинке. Это тоже вот коллаборация с тем же дизайнером. Тоже такого же плана вещи, вот похожи на те платья, которые я вам показывала. И вот эти вот блузки, они тоже такого, знаете, романтического стиля бохо, такие свободные в крое. Белая рубашка, такая очень простая, очень строгая. Если кому-то нужно, то вам прям в Uniqlo прямо сейчас, потому что она сейчас стоит $13. И были такие белые, по-моему, и бежевого цвета. Вот это за $10, это не блузки, вот эти, которые сверху, спереди, вернее, висят. Это футболки там внутри такие сиреневые. А вот эти джинсовые белые, вот эти блузки стоили по 13. Они, кстати, симпатичные. Ну, вот это вот New Arrivals, это то, что вот сейчас новая как бы коллекция. Также вот вы видели юбки плиссированные, также вот эти вот блузоны, которые, если честно, я не очень поняла их фасон и цвета какие-то такие мутноватые. Вот эти юбки с прошлого сезона, и они абсолютно ничем не отличаются от юбок, которые сейчас висят, как бы новые Arrivals, новое поступление. Та же самая плиссировка, все то же самое, только немножко цвета другие. А, опять же, вот эти вот футболки Marimekko по $8. Сейчас они тоже разных цветов. Но, кстати, размеры остались только там medium, large. Они очень большие, они такие oversize, поэтому мне нужно было small. Белые вот эти юбки за $13, хлопчат бумажные, они были не только белые, они были белые, синие, бежевые, песочного такого цвета. Вот эта юбка в горошек, которую я себе уже купила онлайн, вот это вот молочного цвета в точечку. Такие же были темно-синие, и было еще вот синие юбки в более такой крупный горох. И очень мне понравились вот эти вот юбки клетку, были еще такие же белые из сжатого хлопка, и были в клетку сине-белую, потом вот такая клеточка разного размера, и были еще такие же красно-белые, очень они симпатичные. Вот тоже какие-то юбки в цветочек, ну такая расцветка так себе, мне не очень. Очень мне вот понравились вот эти вот рубахи, они были за по $10 сейчас на сейле. Прелесть их заключается в том, что это 100% картон, 100% хлопок. Большие такие, знаете, оверсайз рубахи в полоску, картоновые, ну просто на лето то, что надо. Вот эти майки, это тоже новое поступление. Знаете, вот видите, написано Summer New Arrivals. Вот тоже, значит, в тренде, то, что сейчас очень в тренде, такие майки с плечами, но единственное, что они без плечей. То есть вот все то же самое, как вот эти вот майки с подплечиками, только они без подплечиков. Кстати, по $15 они стоят картон, 100% хлопок. Мне они понравились, мне даже понравился этот вариант, может быть, больше, чем просто майка с рукавом. Вот такая вот майка со спущенным плечом, футболка белого цвета. Возможно, я за ней вернусь, потому что это, в принципе, хороший вариант для лета. И это интересный фасон, интересный дизайн, мне кажется. Опять же, хлопок и $15, что еще нужно? Вот это новые хлопчатобумажные, такие тоже свитера летние. Они с коротким рукавом, такая, знаете, фасон летучая мышь, разных-разных цветов. Голубые, такие сиреневые, зеленые, вот видите, потом такие розоватые. По $30 они сейчас. И дальше я увидела на сейле за $20 трикотажные такие свитера. Мне очень они понравились. Они тоже всевозможных цветов, есть очень красивых. Они двух видов. Видите, вот один такой гладкой вязки, потрясающего лавандового цвета, просто великолепный цвет. А второй такой цвет пыльной розы. Такая вязка, знаете, как рубчик немножко. Очень мне они понравились, очень мне хотелось его купить, но я просто не знала, какой цвет мне выбрать. Я решила прийти домой, посмотреть, что мне нужно в гардеробе, и решить тогда вернуться, может быть, за ними, потому что, в принципе, их было много. Вот эти вот кардиганы на пуговичках тоже на сейле были за $20.
интересные брюки, такие как шерстяные, знаете, как теплые, трикотажно-шерстяные, клешные такие. Я тоже думаю, что, может быть, больше как домашнюю одежду их можно использовать. Вот я, кстати, вытащила этот кардиган посмотреть. Я просто его тоже уже примеряла, и я знаю, что они очень симпатично выглядят, когда они надеты, потому что они такие шелковистые, немножко прозрачные. Тоже надо подумать, потому что они есть разных цветов, и, в общем, просто так покупать нет смысла, нужно просто решить, какой цвет нужен. Очень интересные, тоже за $13, очень интересные расцветки трикотажные платья. Вот видите, такое, такие белые, как большие горохи, неправильной формы. И вот эта коллаборация с певицей, молодежной певицей Билли Айлиш. Вы, наверное, про нее все знаете. Такие майки с принтом. Ну, такой молодежный вариант. Хотя, в общем-то, почему нет? Смотря как сочетать и как носить. Тоже достаточно интересно. Я тоже подумала над такой майкой. Джинсовые куртки. Вот такие, знаете, $30. Вполне себе классический фасон, но неплохие. И вот очень какие-то странные куртки, типа а-ля Мао Цзэдун фасончик, не знаю. Юникло иногда выдает какие-то, знаете, такие вещи. Юбки тоже трикотажные, за $20. Длинная юбка из шерсти трикотажной. Были они синие, серые такие, тоже неплохая, в принципе, вещь. И вот эти вот дождевики, я удивилась их цене, $100. Я что-то не знаю, что у них такое, чем они так замечательные и прекрасны, что они столько стоят. Ну, розовенькие, конечно, симпатичные, черный такой мрачный. Ну, вот, наверное, что-то есть в них такое, за что берут такие деньги. И по традиции машинка с санитайзером для рук на выходе, в котором я пыталась обработать свои руки санитайзером, но, как видите, без успеха, потому что он закончился. Просто, видимо, все люди очень старательно пытаются сохранять и следовать санитарно-гигиеническим рекомендациям Министерства здравоохранения Канады. Ну, в общем, руки я обработала уже в машине своим собственным санитайзером, так что не волнуйтесь, все нормально и все хорошо. Спасибо вам большое за просмотр. Очень буду рада видеть вас снова в моем следующем видео. Всего доброго, люблю, целую. Пока-пока, бай.